Играть в белорусское колечко и армянские шашки. В день города Владимира 26 августа в парке Пушкина впервые пройдет фестиваль национальных игр и забав «Многоликий Владимир». С 13.00 до 17.00 12 диаспор познакомит гостей праздника с настольными, музыкальными и подвижными играми. К примеру, езидская община научит вас правилам нардов. История нарды насчитывается более 5000 лет. Кроме езидов, его по праву считают народными, это ираноязычные все народы. Вот. А езиды, значит, мы 2 года подряд уже провели турнир по нардам. То есть у нас есть уже опыт какой определенный. Казаки будут показывать 2 казачьих забавы. Это бой на мешках и такая забава «Сорви по паху». Инструктор у нас очень интересный инструктор. Он директор спортивной школы Камешково. Это Александр Михайлов. Он наш казак и одновременно атаман хуторского казачьего общества Камешковское. Он будет инструктором. Победителям игр диаспора подготовят небольшие сувениры, которые станут отличным напоминанием о дне города Владимира 2017. Но на этом сюрпризы не закончатся. В 17.45 мы всех приглашаем на флешмоб, который пройдет на Соборной площади. Все желающие выстроиться в слово «Наш Владимир», все это будет происходить, съемка с квадрокоптеров. Вот. И тем самым мы продемонстрируем, что наш Владимир яркий, многоликий, что в нем различные национальности живут в добрососедстве. Вот такую акцию мы тоже проводим в рамках Дня города.